Сегодня представители общественности и депутаты городского маслихата Усть-Каменогорска провели рейд, изучив состояние надземного перехода в районе Дворца спорта и проблемы, связанные с его эксплуатацией. Переход постепенно благоустраивается, и сделано уже немало для удобства людей. В надземном переходе заработали два лифта, и теперь они функционируют с 7 утра до 11 вечера. Майраш Якибасова и общественники в деталях пообщались с лифтерами, а также выслушали пожелания многочисленных горожан, начинающих привыкать к новому переходу. Антискользящее резиновое покрытие уложено пока не везде. Есть отдельные участки в 2-3 метра, где передвигаться стоит с осторожностью. Очевидно, эта проблема решаемая и наверняка в ближайшие дни будет устранена. Главная проблема, волнующая маломобильных горожан, это доступ к лифтам. Общественники считают, что стоит расширить перечень категорий граждан, которые могут вызывать лифтера, нажав заветную кнопку. В общем, обратная связь установлена, и все пожелания усть-каменогорцев будут доведены до сведения городских властей.